Доброго всем здоровья. Я сегодня приехал поработать, покосить. Буду ночевать. Ну и как когда-то собирался, попробую выпустить хрюшек. Что я им буду траву косить? Пускай сами идут и выбирают, какая им больше всего нравится. Ну, хрюши, пошли гулять. Можно выходить? Пошли. Видите, как носами нюхают? Не ударит ли током? На получали, на подходе. Выходите, есть. Боятся выходить за периметр. Хорошо это или плохо? Хорошо, наверное. А я сейчас их приучу. И что будет? Ну, времени у меня много. Проверить надо, что с этого получится. Это воспитание. Не хотят. По-видимому, било их здесь. Я вот думаю, сейчас я их приучу, они выйдут, а назад зайти, возможно, не получится их догнать. Но травка-то тут вкуснее, а траву они очень любят. Они бы здесь походили, выбрали себе какую больше нравится. Ну что, не захотели мои хрюши выходить на свободу.
Но хотя бы я понял одну вещь, что если я открою, ну для каких-то целей, может там тачкой буду ездить, мусор убирать, я открою этот загон, они не убегут. Если они не пошли к кастрюле с едой, они просто так тоже не будут выходить. То есть кое-что я понял. Выгонять я их оттуда специально, конечно, не буду, потому что загнать, выгнать-то несложно, в угол загнать они выйдут, а вот уже загнать обратно у меня вряд ли получится. Поэтому иду кормить и закрываю. Также еще пол мешочка кабачков. Кабачки едят. Ну, я думаю, это никогда им не приест. Это такая еда. Скоро станет очень дешевая. Ну и, наверное, полезная. Полезнее, чем прошлогодняя картошка. Ну что, Хрюндель, был у тебя шанс погулять? Был? Ты им не воспользовался. Все. Опять тюрьма. Иди, иди. Ничего даже не хочу слышать. Я тебя выпускал. Да, да, тебя выпускал. Ты не захотел. Сейчас все, все закрыто. Жди следующего раза, если он наступит. Хотя тебе скоро переезжать. На новое ПМЖ. Ладно, пойду косить. Да, не голодные вы. Но он же мягенький, свеженький. Корочки нету, бери, грызи. Ну что, передумали, решили скушать кабачка. Надо было с кабачка начинать, с витаминов. О, едят. И с большим аппетитом. Надо по одному выдавать. А то сейчас все начнут. Хотя, скорее всего, съедят и все. Вот так вот сейчас выглядит наша территория. Стало намного красивее.
вещи не показывал, но очень многие люди прикалываются о том, что я кормлю кроликов для хищных зверей и сам от этого не получаю никакой пользы. Ну вот он, ну, один из немногих кроликов, который жесткий. То есть довольно старый. Но вкусный. Дождик моросит, но надо как-то ехать домой. Сейчас моросит, а был совсем даже и не мелкий. Кабачка осталось 4. Надо посмотреть, сколько их было вообще. Сегодня мы будем продолжать работу вот с этим уже домиком и будем принимать решение по внутренней отделке. Ох, устал, бежал. Крышу нам получилось изнутри приподнять, там воздуха как бы добавилось, высота добавилась, но осталась проблема большие эти. Я бы сейчас вам зашел, показал, но открыть дверь пока не могу, надо обрезать вот этот гидроизол, мы так его до сих пор не обрезали. Ну а пока люди, кто еще желающий поработать, подтягиваются, мы пойдем покормим наше хозяйство. Я в прошлый раз приезжал, открыл их и хотел выпустить на улицу. Они не захотели выходить. Давай еще раз попробуем. Ты знаешь, кастрюлю с едой вот здесь стоял, они так и не подошли к забору. Пошли, Фрюша, еда есть. Значит, мы подложили здесь фанерку, чтобы отрезалось ровно. И с той стороны мучаюсь. Лезвие забивается смолой. Прикрутить туда его не получается. Получается очень неровно, очень криво. И он все равно рвется при прикручивании. Поэтому пробуем так. Двигай на меня. Ну, вот по плану так, а получится так. То есть пена, которая выйдет сюда и приклеится сюда, ее будет легко отрезать, потому что она будет на малярке. Здорово. Мне папа с собой даже лопату дал. Откапываться? Ну. Пока я только начал, это можно все переделать. Вот два на эту сторону смотрят. Вот у нас есть стенка, у нас есть потолок, у нас балка. Это уже все готово, так? Как вот это заделать? Ты же придумал, расскажи. Ну вот. Ты же это придумал. Только по-другому не вижу. Вот заклеиваю, это эту часть запенить, пену отрезать и так замазать клеем, шпаклевкой. Ну, ровно по балкам вот так. Все, я приехала. Что ты приехала? Вот мой рубинок, сейчас буду делать. А кто пенить будет? Давай, я проклею ленту, хорошо. А ты будешь розетку вставлять. Угу. Последний штрих. Будет все. А сейчас... вот эти вот свисают, не надо? А сейчас раз, и ничего не получится. Ты готова? Да.
Потому что ничего не получится. Ну, надо попробовать. Размешано, ты размешал? Я тоже китрюс. Все плохо, что вам? Пены? Кончилось. Пена кончилась. Так, тут я позакладывал немножко брусочков. Вот так, их запенить должно. И пены пойдет меньше. Пены намного меньше, чем обещано. Ну, как и все у нас. Ну, еще баллон или два и запенится. Вот будет примерно вот так. Лишнее срежется и будет замазываться. Не упала. Она была сильно наклоненная, мы этим досочкой ее туда выжали. Все, сейчас все держится на крыше. Обычно на основании. Полочка дубовая. Я возил советских строителей. Я видел, как одна там дама все это делала. Там же было, надо было, чтобы было все однообразно и безобразно. Угу. То есть она сначала что-то шпаклевала. Потом брала кисточку в воду, угу, и все это так вот замазывала. То есть она гладенько, криво, но гладенько получалось. Потом это дело подсыхало, она все это дело красила. Тут, наверное, то же самое надо делать. Оно будет видно, что это когда-то, ну, угу, то есть, угу, под старину будет делаться. Вот. Я думаю, но что... я видел, но не пробовал. И видел это. Это все еще есть? Ой, это было лет 25 назад. Давно, да. Давно. Тетя, да. Тетя, по обмену опытом тетя повезти. А ты помнишь 25 лет назад? Ну, позоры. Ты запомнил. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Здесь ты прав, что таким способом сделать. Потому что все неровное. Это надо все неровное повторить, чтобы оно стало еще более неровное. Ну и, естественно, здесь никакая обналичка сюда не прибьется. Здесь просто вот это так красится, да, это так красится. Мы как-то зачистим дверь, чем-то заклеим, либо вставим что-то, чтобы штукатурку все не находило, просто чтобы дерево осталось. Ну, это так, покраситься, это так, свой цвет покраситься, да, и все. Да. И тут от руки можно покрасить, ничего не вставляя. Ну, вот еще, что с этим делать? Я звуком. Да? Да. С этими. Немножко откопать от электропастуха землю. Видите, немного поубирали, если так можно сказать.
самое безобразие. Стало чуть чище, камней много. Тут видно, въезд был сюда. Здесь камней много. Возможно, телегу заталкивали, когда сено привозили, может, подкладывали, когда она буксовала. Камней здесь очень много. И хрюши наши это все разгребают сейчас. Что у нас там? Травку нашу топтали. Кролики бегают. Наверное, мы ее перекинем давай туда. Что, привыкали? Нет. Здесь они ее быстро затопчут, а там они все-таки снизу ходят. Вот здесь. Они будут снизу ходить и не затаптывать их. И больше съедят. Все. Не столько сделано, как планировалось. Планировалось больше, но, как говорится, мы предполагаем, Господь располагает. Будет день и будет пища, приедем еще и будем доделывать. Все, мы собираемся, уезжаем. Вам всего хорошего, до свидания, главного вам мира. Решил остаться. Будет думать. А мы домой.